Всем привет-привет! Вы на канале Дневник Натали. Сегодня, друзья, у нас обзор покупочек, что мы купили. И такие вот похвастушки. И немножечко, как вам устрою дефиле. Шекель ко мне пристает, потому что он первый получает свою покупочку. Смотрите. Сидеть. Вот наш малыш. Сейчас я вам покажу самую-самую любимую игрушку, что Шекелю нравится больше всего. Садись, сидеть. Молодец. И это, смотрите, пушистик. Шекелюша, новый пушистик. Он просто их обожает. То, что тут он уже все, свой пушистик. Смотрите, какая прелесть, хвостом машет. Боже, сколько радости, Шекель. Ты покажи нам пушистика. Купили его на рынке Анголинка, стоит он 40 гривен. Это, друзья, бубончик от шапочки. Бубончики продают отдельно, можно купить, а он прям вот он в восторге. Вот так, вот, смотрите, поп выставил, все. Шекелюш. Все, ребенка не видно и не слышно. Ты рад? Ты рад покупочке? А ну расскажи нам. Расскажи, мой сладенький. Что, нравится? Мой зойчик такой маленький, никто не заберет. Он навострил ушки, никто не заберет. Красивый, скажи, вот такой пушистик. Ребята, напишите нам. Расскажите, что любят ваши малыши, какие игрушки. Но это вот самое-самое любимое. Вот он с детства, как мы его купили, нам его с пушистиком дали, с игрушечкой. Вот тут этот я уже не знаю, какой по счету. Он просто их обожает. Он все, идет спать, берет пушистика и приходит к нам ложиться. Спим мы вместе, и с пушистиком он спит. Если нет пушистика, все, заснуть мы не можем, ходим его ищем. Вот. Шекелюшки, радость. Давно уже не покупали. А я сейчас вам покажу, что мы купили еще. Вот, ребятки, две коробочки у нас. И это, смотрите, в первой коробочке. Зимние вот такие вот. Ботиночки мы купили мне. Вот, вот так они выглядят. Они замшевые. Мех. Потому что уже мерзнем. И вот вторая коробочка. Вот, смотрите. Вот такая моделька. Мне нравится полуботиночками модели. Вот это более такая классическая. Тоже вот мех. Здесь вот такая эмблемочка. Тут здесь черный мех внутри. Вот. Здесь вот такая вот, не знаю, поясочек. Можно, вот он выглядит без поясочка. И вот так вот по кругу. На кнопочку. Вот так вот. С поясочком. Можно и так, и так. Сейчас я померю и все вам покажу. Ну вот, друзья, смотрите. Вот так вот на ножке смотрятся. Мне Артурчик поможет. Мне очень удобно ножки. Специально я искала подошву, чтобы повыше. Потому что с тоненькой подошвой нога сразу замерзнет. Есть молния, есть шнуровочка, вот такая застежечка вот. Еще можно, вот я в таком носочке, но можно, я мерила на теплый носок. И даже еще немножечко как свободненько. Ну, ножка не замерзнет, потому что если брать впритык, ноги быстрее замерзают. Вот такая вот моделечка. Вот. Кожаные.
Мне удобненько. Главное, чтобы ноге было удобно. И тепло, конечно. Мы уже отвыкли от зимней обуви. Ну, вот так вот. И сейчас я померяю вторые. Вот, можно застегнуть, можно снять, кому как нравится. Вот такие. Тоже очень удобно ноге. Теплышко. Такая моделечка. Совсем другая. Но ножки очень-очень удобно. Не стала брать на высоком каблуке, потому что не знаю, какая зима. Вдруг гололед, чтобы вот идти не швакнуться. Чтобы было куда гвозди убить. Ну, надеюсь, что подошва будет не скользкая. Подошва вот такая. Как говорят, полиуретан. Прорезиненное что-то. Да. Вот такие обновочки. Снимаем сейчас видео, как вы, может, уже заметили, с микрофоном. Чуть-чуть убавили громкость. Надеюсь, что лишних шумов не будет. Ну, нужно же пробовать, правильно? Потому что вот где-то 2 метра мы друг от друга с Артуром. Конечно бы, если бы я отошла без микрофона, меня бы уже практически не было слышно. Вот. Ну, еще, конечно, я хочу сказать большое спасибо нашей подружке Надюшке. Надечка, приветик тебе. Большое спасибо. Она нам подсказала, где можно купить обувь хорошую, хорошего качества и очень-очень симпатичную по цене. Продавец нам понравилась, уступила очень хорошо. Вот эти вот ботиночки, они стоят 1650. За 1500 нам отдали. Вот. А вот эти вот ботиночки стоят 1250, отдали за 1200. Чтобы вы понимали, мы перед этим с Артурчиком ездили по магазинам. Приблизительно такие же модельки, тоже, ну, как качество, кожа, но цена существенно, чтобы вы понимали, приблизительно вот такие стоят 2500, а мы купили за 1500. Ну, разница, да, вот мы заплатили за две пары обуви 2700, а в магазине купишь ты одну пару. Поэтому я очень-очень довольна, будет на сменку, надеюсь, прослужит нам. Да, Шикилюша? А Шикилюша, смотри. С пушистиком пришел. Чей это пушистик? Чей? Вот это такой пушистик. Вот это такой пушистик. Ой, как я рад. Скажи, мама, отдай. Мама, отдай. Скажи, это моя игрушка. Ай-яй-яй-яй-яй. Все. Моя. Да? А сейчас, друзья, мы покажем, что мы купили Артурчику. И он покажет свое дефиле. Да, сейчас. Прямо сейчас. Вот, друзья, наконец-то мы купили зимнюю курточку, тоже на анголинка. Вот, именно такую модельку Артурчик хотел. Ну, я вам потом сблизи покажу все лейбочки, все. Вот, потому что сколько ходили, искали, смотрели, то рукава короткие, то размера такого нет. Капюшон отстегивается, нравится, что вот воротник тепленький, к телу будет приятно. Вот застегивается прям хорошо, ушки закроет. То есть, вдруг метель, заверюха. В общем, не знаем, какая зима, но мы к ней готовимся. Да, мы готовимся. Вот. Цвет синий. Вот такая прострочка. Карманы удобные, глубокие, они на молнии. Здесь тоже, смотрите, какой большой карман. Это у Артура не маленькая ручка. Вот, 62 размер взяли. Вот, с одной и с другой стороны внутренние карманы. Вот. Очень понравилось. И то, что Артур хотел на резиночке,
чтобы и манжеты внизу, потому что за рулем в машине ехать, когда нет резинки снизу, то она заворачивается, ну, не очень комфортно. Ну и плюс моделька. Артуру нравится такая модель курточек. Когда садишься, вот это вот не задирается. Да. Ну, нам понравилась и прострочка на курточке, смотрите. Цвет такой темно-синий. Типа стеганая. Да, потому что предлагали черные, ну, как-то не очень. Артур любит у меня все темно-синее. Вот такая. Повернись, пожалуйста, спиной. Вот так сзади выглядит. Капюшон тоже отстегивается. Вот так. И все. И все, не страшна зима. И на рыбалку. А для рыбалки, Артурчик, смотрите, что себе купил. Давай. А, подождите, мы же не сказали. Курточка стоит 1700. Он сказал. А мы отдали 1550. Он нам так сразу уступил красиво. Очень приятно. Я улыбаюсь хорошо. Красиво улыбаешься. И шапочку себе купила. Вот шапочка вязаная. 140 гривен, внутри флизочка. Потому что на рыбалочку сейчас уже... Кепочки не походишь. Не, ну в кепке нормально, но фонарь одевать на голову вечером неудобно. А так вот раз. Фонарь одел, и красота. Да. Раз. Ой, вообще, слушай, и так отлично. И хорошо. Да, и 10 гривен он уступил на шапке, она 140 стоит. Отдал за 130. Да, тоже очень приятно. Вот такие у нас покупочки. Мы очень довольны. Ну, еще у нас есть одна посылочка. Сейчас мы распакуем, а посылочка это для нашего Шекелюхи. Да, Шекель? Вот он сел, смотрите, лапку свою подвернул и смотрит, как папа показывает свою курточку. Воротник. Да? Любит все пушистое. Оно пахнет же, другой запах, все интересно. Ну ладно, давайте посмотрим, сейчас посылку распакуем. Вот такая у нас небольшая посылочка пришла новой почтой. Артурчик распаковывай. Шекель ждет, Шекелю это не очень, конечно, но... Он пакеты любит. Потому что сейчас с каждым днем все холоднее, и одеть ему потеплее комбинезончик мы не могли. Потому что наша шлеечка очень... Это визиточка, да? Угу. Покажи визитку, с откуда мы заказали. Ой, отсвечивает. Вот, давай, вот, разверни сюда немножко, вот. Это их сайт, номера телефонов, Viber, WhatsApp. Вот. И вот шлеечку взяли побольше размером, потому что у нас на рынке дороговато как-то. И мы такую модель видели на Йорке на улице. Посмотрели, ему очень удобно, что-то она какая-то большая. Давай померяем на нем. Мы это же брали для одежды. Да, брали для зимнего комбинезончика. Она на все уменьшена, да? Вот так вот две лапочки ставятся, и чтобы ему не давило. Большая какая-то. Не, ну еще подтянуть можно. А, вот эти, давай подтягивай. А, она на все открыта. Еще подтягивай, хорошо. Потому что комбинезоны, если теплые у нас, хорошие, а шлейка все, мы начали одевать, а она... Не можем застегнуть. И ну куда же его давить-то? Вот, и как раз о, для теплого. Все. Для теплой одежды. А ну, Шекелюсик, вот. Поднимаем бороду. Вот так она выглядит с лопатухами. Ну, мы посмотрим, потому что на легкой этой, конечно, неудобно. Оденем уже комбинезончик, проверим на теплом комбинезончике ему. Ну, ты красавчик нас. Да. Скажи, что на меня одели? Кто там улыбается? Кто-то улыбается, да? Столько подарков, обновок. Ну, а на этом, друзья, я буду заканчивать запись в своем дневничке. Надеюсь, вам понравились наши покупочки. Напишите нам, понравилось, не понравилось вам. Мы
Читаем все комментарии, всем благодарны. Не забудьте поставить лайк, нам очень-очень приятно. И, конечно, кто первый раз зашел на наш канал, оставайтесь с нами. Нам есть еще что вам показать и рассказать. Нам будет очень-очень приятно. Всем спасибо за просмотры. Всем счастья, здоровья, удачи. Друзья, не болейте. Никак нельзя. Всем пока-пока.